Здравствуйте, мои родные. Кто мне не рад, тоже здравствуйте. Сейчас я вам попробую быстренько показать, как сделать печку, чтобы давало тепло в два раза больше. А потом покажу в конце уже, как это, чтобы все максимально тепло свое отдавало. Сначала, вот есть кирпичные печки, для начала такой вот, кирпичные печки. Они всегда с тепловым щитком. Никто не делает печь вот так, вид сбоку, печку и сразу дымоход вверх. Всегда делают тепловой щиток, чтобы дым общался, а потом уже пошел вверх. Вот. Так, а буржуйки делают, буржуйки, это вид сбоку вот. И труба сразу вверх идет. Некоторые умельцы, я вот смотрел вот, в интернете, в ютубе, делают всякие прибабасы, чтобы тепло оставлялось. Потому что труба прогревается вот здесь обычно, вот эта вот, верхняя, вот нижняя часть трубы, вот здесь, где вход стопки. Некоторые делают сюда вот, пластину ставят, приваривают, чтобы как бы тепло оставалось здесь побольше, чтобы грело вот эту плиту. Ну кто, на что гораст. Сейчас я вам покажу, как сделать правильно. Ну вот, давайте вот, по моей буржуйке. Моя буржуйка вот такая она была. Здесь была, сейчас меня нет, уже продал. Вот она вот так вот, 45 сантиметров, стенка одна. Верхняя часть тоже 45, вот такой квадрат сантиметров. И длина буржуйки вся 75 сантиметров. Ну и труба, ножки. Есть, значит, топочная дверка и поддувальная дверца. Что значит в этой печке интересно? Интересно, что вот часть печки не работает, а именно нижняя, она холодная, где поддувальная. А греется только верхняя часть, вот, начиная от квостяков. И получается здесь, ну, грубо 10 сантиметров, получается здесь 35 сантиметров всего. Если площадь посчитать, обогревательная, которая дает тепло, получается вот так 35 на 45, и вот здесь 75 длина. Вот так вот. Если мы посчитаем площадь вот всех вот этих сторон, которые нам дают тепло, то получается чуть меньше 12 тысяч сантиметров в квадрате. Ну, округлил 12 тысяч. Так вот, если сделать вот сейчас сбоку тепловой щиток, смотрите, вот моя буржуйка, тут дверка, колосники, вот труба. Вот здесь, если поставить, взять трубы, допустим, 150-е, которые для дымоходов продаются, нержавейка, вот здесь сделать отвод 90 градусов, поставить. Здесь, значит, тройник вот такой. Здесь труба. Здесь отвод 90 градусов. Здесь тоже тройник. Труба. Здесь тройник. Здесь отвод 90 градусов. Здесь, значит, труба все пошла вверх. Здесь поставить вьюшку сделать, или как называется, заслоночку, которая открывается и закрывает трубу, перекрывает. Здесь заглушечка стоит. Ну, это для чего? Чтобы чистить, чтобы, если напоет зола. Во время, когда топку уже раскочегариваем, открываем, начинаем топить. Вот здесь открываем, дым пошел вверх. Дымоход прогрелся, здесь перекрываем, дым пошел вот так вот. И нагревается вот эта часть. Теперь давай, мы знаем площадь печи обогреваем 12 тысяч сантиметров в квадрате. Теперь давайте посчитаем вот это. 15 сантиметров диаметр, 150 труба. Значит, площадь трубы, которую буду давать, значит, длину кружится надо найти. Рады мои, тут батарейка села у телефона. Ну, ладно, сейчас давайте пока отвлекемся на секундочку. Для чего отвлекемся? Что сейчас я так понял,
многие думают, что зачем делать отопительный щиток железный, когда надо делать кирпичный, чтобы он давал, надолго давал, как согревал, кирпич долго нагревается и долго остывает, и надолго, так вот, люди мои, никогда не делайте кирпичный тепловой щиток. Я понимаю, что весь YouTube, весь интернет, все ваши знания набиты этим кирпичным щитком. Это самая большая глупость. Вот для примера, сейчас просто пример приведу. Если у вас просто кирпичная печка, именно кирпичная печка, и больше отапливаться нечем, и у вас, допустим, неделю нет на даче, вы приезжаете зимой в мороз, начинаете топить ее, и что получается? Именно в мороз. Вы будете полсуток топить, 12 часов минимум, чтобы было комфортное тепло. Печка разогреется только через 3-4 часа, если постоянно кочегарить, кирпичная еще греется. Чтобы она нагрелась, чтобы горяченькая была, еще часа два. После этого, чтобы температура в помещении нагрелась до комфорта, стены прогрелись, еще часа 3-4. И получается полдня, это точно. А теперь смотрите внимательно. Кирпичный тепловой щиток, а буржуйка железная. Если ее топить 4 часа, а если полдня, буржуйку. Температура буржуйки до 500, до 400 градусов, 300, ну 300 же градусов нагреться может. А тепловой щиток, ну сколько, ну до 100, это максимально печка. Примерно, ну может еще погорячее. Ну 300-400 градусов кирпичной печки не нагреете. До 500 градусов и больше, это точно. Так вот, если топить буржуйку 4 часа, в доме будет как в бане, жара. А кирпич только-только начнет нагреваться, только нагрев. Так вы перестанете топить ее через 2 часа, через полтора. Через час уже печка нагреется. Еще доказательство того, что нельзя делать кирпичную печку, кирпичный, вернее, щиток тепловой, печку делайте. А вот щиток тепловой к буржуйке нельзя ставить кирпичный. Почему? Посмотрите все видео в Ютубе, все видео в интернете, где делают тепловые щитки, где рекламируют тепловые щитки именно из кирпича. Это два вида. Первый вид – теория, также на листочке рисуют, или там на компьютере вам схемы рисуют. Второй вид. Только сделали какой-нибудь печник, сделал красивый тепловой щиток, с хорошей такой дорогой, там печкой, допустим, камином чугунным. И пока вот как мы сделали, и хватит, что будет. И ни разу, ни в одном видео вы не увидите, что люди пользовались этим камином, с этим тепловым щитком год, два, три. Да потому что глупый этот щиток. Я нашел видос один в интернете, где мужик, у него тепловой щиток и печка-буржуйка. Ну, как какой-то такой чугунный там камин. Так у него этого мужика, судя по всему, что у него давно уже. Но кроме этого, вот этого буржуйки и щита, у него еще электрообогреватель по украм и еще теплый пол. Понимаете? Значит, он на эту печку не рассчитывает, на этот щиток. Поэтому не слушайте никого. Чушь собачья. Вот делайте вот эту трубу. Сейчас объясню, почему, зачем такая труба нужна. Тепловой щиток железный. И еще такая реклама еще у меня будет. Извините, реклама. В следующем видео я скажу печь-ракета по-русски. Как сделать печь-ракету по-русски. В другом видео я покажу, как сделать теплообменник, водяной котел для печи-ракеты и для любой буржуйки. Вот в любую буржуйку можно этот тепловой котел поставить, теплообменник, батареи греть. Потом еще покажу, вот у меня вот дом сейчас, и 5 лет, я в нем 5 лет отапливаюсь через обратку. Очень удобно, очень вообще комфортно. Через обратку. Не через подачу, а через обратку. Водяное отопление у меня. Так. Еще у меня есть такая вот сейчас реклама будет. Теплый пол, тепло от земли. Теплый дом, тепло от земли. Понял. И, ну и я сразу в этом же видео сниму аккумуляторы тепла. Что чушь нам несут, типа там это дом термос и все остальное, все это глупости. Ну ладно, реклама закончена, давайте продолжаем. Вот площадь надо вот этой трубы метровой. Вот, значит, у нас 15 дверей, значит, 3 15. Длина окружности 45 сантиметров, 15 на 3 умножим. И умножаем на 100 длина. Получается 4500 сантиметров в квадрате труба. Две трубы, вот они,
9 тысяч, плюс вот эти отводы, тройники, вот эти с боков, и получится примерно, как эта буржуйка. Получается, мы здесь закладываем топливо, а у нас греются как бы две печки. Помните, труба-то сильно прогревается по сравнению с этой с буржуйкой, труба. А если тем более у вас, тут я не помню уже, чего в первом числе видео, пока видел. Ну ладно, все. Вот, вот такая фигня. Значит, у вас с одним топливом отапливаются две, как бы две печки, площадь двух печек. Второе. Значит, топить будете завтра уже, позавтра, вечером или потаплить, уже не полную охапку пихать будете, а половину охапки. Вам просто сразу две печки работают. Экономия топлива сразу будет идти. Экономия топлива. И следующее хочу сказать, не надо вот этих вот жадничать, вот этих трубы делать много, труб много делать, потому что тяга будет слабже. Ну вот. И вот я там обещал, что максимальное количество тепла от буржуйки. Просто вот эту трубу не вверх сразу делать. А вот же можно сделать, и вот здесь, на выходе, вот здесь труба, допустим, здесь, и сюда сделать дымосос. Дымосос поставить сюда. То что получается? Вот в этом случае, когда дымосос будет, тяга будет, естественно, искусственная тяга вверх, то можно сделать уже вот такие вот трубы, батарею. Или просто вот это закруглить и прям в пол собачить. Тут можно вот так извивать трубы, как хотите. И будет пол, теплый пол. Будете кочегарить, но здесь тоже опять же не делайте, как вот это, сильно большую массу сюда делать, потому что опухнете нагревать. Потоньше что-нибудь такое надо все продумать, ну, тем типа, методом тыка уже, опытом. То и тут уже максимально все тепло останется в вашем доме. Или вот я говорю, как здесь вот делайте батареи, так же батареи побольше, вот таких труб батареи. А еще что интересное, может это важно будет. Вот если вид сверху сделать, вот печка сверху, буржуйка вот у нас, вид сверху, вот труба. И вот это у нас вот здесь, значит, вот эта вот штука вот эта сверху. И вот здесь труба, которая идет уже вверх, дым сюда идет, в крышу. Вот здесь первый ход туда вниз заходит. То здесь сбоку можно еще такие делать, вот такие штуки делать. Вот такие вот, как бы сбоку, вот так, прямобасы вот такие. Вот так. Здесь, вот так вот можно сделать, чтобы труба как бы ходила и выходил воздух. Вот так, выходил воздух. Дым-то будет идти как положено по этим трубам, но будет сюда заходить, в эти штуки, не мешая практически тяги. Я вот заметил, у меня так было, так сделано, то примерно греется, допустим, вот это вот, грубо говоря, 100 градусов, то это где-то 60 градусов, вот эти будут прогреваться. Ну, короче, грубо в два раза меньше. Ну, грубо как горячие батареи. Вот такие может сильнее еще обогрев сделать, мощнее. Ну, все вроде сказал. Понравилось вам все видео, ставьте лайк. Не понравилось, подписывайтесь. Дальше еще чуть-чуть про печки, как уже рекламировал. Еще расскажу вам теплообратку и печь ракета и теплообменники. До свидания, рады мои.